В Академии туризма и спорта подвели итоги Всемирной летней универсиады, которая прошла в Тайбэе. На 29-х играх от Казахстана выступали больше 120 спортсменов. Они соревновались в 13 дисциплинах. По итогам игр в копилке нашей команды 3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Как всегда, порадовала сборная по тяжелой атлетике. Альберт Линдер, Айдар Казов и Денис Уланов привезли на родину медали высшей пробы. Дмитрий Баландин за такой короткий срок не успел восстановиться после своего триумфа на Олимпиаде в Рио. На своей коронной дистанции 200 метров брасом он стал вторым. Не подвели дзюдоисты, они завоевали 3 бронзовые медали в общекомандном зачете. Казахстан на 21 месте. Результаты на универсиаде по дзюдо следует считать удовлетворительными. Мужская команда хорошо выступила. Если в Кванджу в 2015 году было всего 1/5 место, то сейчас 2 бронзовые медали и 3 пятых места – это очень хороший результат. Ребята достойно выступали и достойно представили наше государство.